Полезный город. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полезный город» в студии Инга Дегтярева. У нас в гостях директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день. Добрый день. Мы продолжаем разбираться в вопросах обследования зданий и сооружений. И сегодня коснемся темы «Самовольная незаконная постройка». Павел, расскажите, пожалуйста, что относится к данному термину, с какими проблемами можно столкнуться и какие пути решения есть. Ну, самовольная постройка, значит, это основные три момента. Если строение возведено на земельном участке, который выделен с нарушением законодательства, угу. второй момент это, значит, земель, назначение земельного участка не соответствует тому строению, которое возведено, то есть сельхоз назначение участка и построен производственный объект. Угу. Третий момент это строение возведено с нарушением градостроительных норм, то есть не получены разрешения, согласование шабашным способом и угрожает безопасности жизни людей. Вот это вот такой термин, значит, самовольная постройка. А каким проблемам и сложностям может привести, ну, если признано здание самовольно построено? Если она будет признана официально, то вас заставят э, снести угу. это строение, вы потеряете деньги и значит время. Второй момент. Вы никогда не зарегистрируете это строение, не подарите, не, ну, это самое, не продадите, не заложите в банке. То есть вы ничего с ним сделать не сможете. И эксплуатация такого объекта запрещена. Есть ли какие-то пути решения, как избежать вот, возникновения такой проблемы и сложности? А, из нашей практики мы сталкиваемся с такими. Объектами постоянно. Это сельхозназначение, это производственное здание, сооружение, это общественное здание, административное. То есть два момента. Если здание строится, и оно, предположим, подлежит государственному надзору, то обязательно mm -hmm. надо как можно быстрее его известить, если вы это еще не сделали. Таким образом, гостройнадзор значит потребует от вас провести обследование зданий или сооружения на mm -hmm. предмет его безопасности и соответствия проекту. Второй момент уже здание построено и вы решили его ввести в эксплуатацию и получить право собственности, то здесь уже, как правило, идем через суд. В судебном заседании назначается судебная экспертиза, на основании которой мы проводим полное значит, обследование здания на предмет безопасности, соответствия градостроительным, пожарным, экологическим нормам. И третий момент, не создает ли это какие-то препятствия для третьих лиц. Ага. Вот. Но если мы отвечаем на это все положительно, соответственно, как правило, суд удовлетворяет иски на значит, собственность. Павел, спасибо огромное. Еще раз обращу внимание всех наших радиослушателей. Если хотите э, довериться экспертам и не сталкиваться с огромным количеством проблем, можете обратиться в компанию КЭСА. Э, еще больше информации найти на сайте ру, либо э, связаться со специалистами-компаниями по телефону 219-900, либо прийти лично в гости в компанию, которая находится на улице Московской, бизнес-центр Московский Московской, 107B, 10 десятый этаж. Полезный город.